Так хотела показать вам полноценное цветение синамомифолии. Ну и что вы думаете, прозевала? Уже она осыпалась, представьте, расцвела, и все. Вот уже цветочки посыпались. Теперь придется ждать другого раза. Зато вот соседка Миндаренсис цветет без проблем. Вот ее новый цветонос. Надула здесь бутончики. Вот-вот раскроются в занавеску. Ну, конечно же, и в занавеску немного там. Да? Опа, уберем. Так, Бубик Алекс Red Button. Rex Button, хотела сказать. Тоже на бутонах. Ну, как обычно. Silver Pink. Бубик Алекс тоже. Вот. Это все хои были с южных окон. Сейчас я вам покажу первое цветение красавицы Матильды. Посмотрите, какие пушистики. Цветет уже у меня четвертый день. Вот у нее уже нектар. Видите, на цветочках выделяется прозрачный. Очень ароматная. По вечерам пахнет на весь дом практически. Но запах нравится не всем. Некоторые говорят, что аромат напоминает, ну, как бы неприятные дела кошки. Вот сейчас хорошо видно ее пушистики. Так, это первый и второй. Вот он раскрылся сегодня. Ей один год, ровно год. Вот она у меня первый раз расцвела. Вот, решила ее все-таки достать. Вот такая она у меня наросла за год. Цветоносов у нее много, то есть она любительница цвести. Вот, вот манюсенький, вот еще, вот. Ну, то есть много. Каждый показывать уже не буду. Я думаю, что она с радостью будет цвести постоянно, раз уже начала. Вот ее цветочки. Давайте поближе посмотрим. Такая вот прелесть. Это тот, который распустился сегодня. Он свеженький, на нем еще нектара нет. Вот размерчик. Листики совсем маленькие. Ну, есть покрупнее, но они не будут крупными в любом случае. Вот. А этот вот уже цветет несколько дней. И на нем уже есть нектар. Вот такая красотуля. Матильдочка. Так, на восточном окне постоянно цветет рубида. Как бы ее снять так, чтобы видно было? Бархатные цветочки. Красивый такой цвет. И вот опять она влезла в занавеску. Вот у нее цветы. Так, вот у меня расцвела кениджиана на новенькой веточке. Она оперлась об арчибалдиану, устроилась здесь поудобней и цветет. Арчибалдиана тоже цветет. Я вам ее показывала много раз. Вот она красавица, еще не все открыла. И вот внизу
Три бутончика, да. Вот такие тут цветочки. Так, и еще здесь вот, вот еще, сейчас покажу вам. Где этот? Вот. Тоже кинеджиана. Еще не все раскрыла. Так вот в самом низу висит. Так, у меня здесь еще где-то, сейчас покажу. А, вон. Вот, вот еще цветет, собирается цвести. Будьте. Потом покажу. Вот такие вот хвоечные заросли. Так, ну это у меня уже другой день. Вытащила кинеджиану, помыла ее. И вот теперь стоит. Не знаю, на то же место уже не буду ее ставить, она там не помещается, ей тесно. Пока постоит на тумбе, потом, может, найдется местечко. Такая вся блестящая. Вот еще цветоносики у нее с бутончиками. Красивые цветочки, но без аромата. Так, еще одна красавица у меня переехала с окна, с восточного. Вот эритростемма повторно расцвела. У меня есть тоже о ней видео на канале. Вот она сейчас цветет третий или четвертый день, уже не помню. Не помещается на окне, сжата со всех сторон. В общем, пока стоит здесь, на столике возле южного окна. Потом посмотрим, как она себя здесь будет чувствовать. Красивые у нее листья. Вот у нее совершенно нет запаха. Кинеджиана тоже практически не пахнет. У нее легкий такой, есть травянистый. Я тоже считаю, что без запаха, можно сказать. А вот эритростемма вообще ничем не пахнет. У нее такой красивый карамельный нектар. Прям лизнуть хочется. Аппетитный цветочек. Эритростемма УТ 049. Так, еще одна цветунья. Она у меня на северо-западном окне. Компакта. Я вам ее не показывала еще ни разу. Цвела у меня все лето, все не было времени снять. Вон виднеются ее цветочки. Вот так она у меня сейчас выглядит. В кудряшках. В кудряшках цветочки кое-как видны. Я найду фото. В прошлом году я ее фотографировала. Там будет лучше видно цветы. Вставлю. Ну вот такая вот она у меня сейчас. Ей 4 года. Так, у меня расцвела впервые эритрина. Мне понравились цветочки. Аромат сейчас возле нее достаточно сильный. Мне кажется, она пахнет какой-то аптечной настойкой. Посмотрим, как будет вечером. Но дело в том, что она пролезла своей плетью через занавеску, через миниатюрную дырочку. И я даже теперь не знаю, как мне ее оттуда вытаскивать. Тем более с цветоносом. Но это невозможно. Вот эритрина. И вот сейчас я вам покажу. Вот видите, плеть. И она пошла, пошла, пошла вверх. Вот здесь влезла в дырочку, в крошечную. И с другой стороны занавески торчит вместе. Вот. Вместе с цветоносом. Ну и дальше ушла там в поднебесье. И радость, и печаль одновременно. Вот такой цыпленок.
Очень миленький цветочек. Пахнет, конечно, специфически. Не знаю, сколько дней будет держаться. Сегодня утром расцвела. Ну, как вам? Мне нравится. Но я надеюсь, она не обидится на меня. Еще нарастит себе цветоносов. Сейчас покажу размер. Вот. Вот такая красотуля. Эритрина. Не углядела я за ней. Они такие шустрые. Она тихонечко за занавеской. Ну что поделаешь, теперь уже все. Всем добрый вечер. Я сейчас нахожусь у мамы в гостях. К сожалению, освещение вечернее. Для съемки не очень. Но я не могу не показать вам эту красоту. Посмотрите. Это огромная хоя аустралис. На ней сейчас цветет одновременно 10 цветов. Стоит вот на таком небольшом окне, занимает полностью его своим королевским размером. Сейчас постараюсь ее вытащить и показать вам. Боюсь, что у меня другой возможности на днях не будет снять ее при дневном свете. Постараюсь так. Ну вот, горшок у нее около 5 литров вместимостью. Посмотрите на это величие. Я ее уже показывала в видео мамины хои весной. Но она тогда не цвела. А вот сейчас на ней одновременно 10 цветоносов со скрытыми цветочками. Аромат стоит. Такой приятный, вот гиацинтовый. Красавица, посмотрите. Вот размер. Два, вот третий цветочек. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ну, в общем, здесь это просто. Я не знаю, она вся накручена, накручена. Не знаю, сколько раз мама ее обмотала вокруг опоры. Но она очень мощная. Вот даже не знаю, стараюсь, конечно, показать ее, но в реальности она гораздо красивее. Вот огромный горшок, ну, около 5 литров точно. Вот листья. Ой, ну просто шедевральная. Я в восторге, я не ожидала увидеть такую красоту. У меня нет ее, я маме отдала. Это вот она. Красивые такие цветы. Такие шарики. В общем, видно, что хои очень нравится у маме, у мамы. Она довольна, как слон. И выросла в слона. Такая вот огромная королевская хоя. Аустралис. Вот. Ну, надеюсь, вам понравилось. Такое вот величие. Я стараюсь передать
конечно, ее размер, красоту. Ну вот. На этом буду заканчивать теперь уже. Спасибо всем большое за внимание. Прекрасного цветения вашим хоям. Всего доброго. До свидания.